Третий сложнее, да? Ты мне доказывал, что четвертый сложнее. Нет, третий. Не было четвертый, но сейчас вначале, третий. А сейчас третий, и будет третий. И вот когда ты будешь смотреть, когда ты будешь задерживать третий, вот четвертый вот здесь не работает. Вот здесь он и воспитывается, четвертый мальчик. Вот здесь, вот в этой позиции. Поэтому уделяю больше времени, да, больше времени. Не с первого. Это легко. Это легко. А вот это вот тяжело. Да. Надо с этим больше заниматься, с третьим. Да, только тимс. Так, этюды, значит, у нас седьмой, восьмой. Не могли делать вот так.